закрываем дачный сезон. Смотрите, сегодня такой шикарный день. Один из последних теплых деньков в октябре. Но у нас еще много чего осталось сделать. Клубничка вот у нас растет. И малину надо подогнуть. Я не знаю, как в других регионах, но вот у нас в Сибири полагается эту малину пригибать к земле, для того, чтобы она не замерзла. Вот использую такую я проволоку, купил в магазине, для того, чтобы связать эту малину. Видите, в этом году нынче малина вообще что-то не уродила. И стала совсем что-то на плохой. Огромная речка. Надо ее сегодня выкопать, посушить, сложить в погреб. Картошка, кстати, нынче у нас удалась. Потом впоследствии я выкопал ее. Хорошая картошка, чтобы не сглазить. Ну а сегодня жарим еще шашлычок и идем в баньку. Так что такие планы у нас на закрытие сезона. И вот такой урожай редьки у нас получился. Если честно, я даже не знаю, куда ее использовать. Так как салат резать только. Кто знает, напишите рецептик, пожалуйста. Я решил приготовить себе обед. Начистил картошечки с сосисками. Пока Наташки нет, думаю, пообедаю. Закон подлости с печки закончился. Хорошо, у меня горелка есть. Пойду сейчас возьму. Так, ну вот сейчас буду делать такой экспериментик. Буду спичку поджигать. О! Отлично! Теперь главное вовремя поджечь. Закрывать надо ее. Слабенько, правда, почему-то. Я думаю, сейчас разгорится. Ну вот и все. Смотрите, какой у меня обед. Крестьянский практически получился. Картошечка, сосисочки, помидорочки со своего огорода еще остались. Поэтому все, сейчас обедаю. И все, буду отдыхать до вечера. А там шашлычок, банька еще. Ну вот и Наташа приехала. Сейчас будет готовить, кушать. А я пока пошел мангал разжигать. А то время уже к вечеру. Еще угли не прогорели. Сейчас надо будет березку наколоть на шашлычок, ну а потом уже баньку буду топить. Зажег я дровишки, поджег, пока у нас дровишки догорают. Да пойду сейчас еще подкину, у меня там разгорелось все. Смотрите, погода портится. Вот я сглазил, сказал, классная погодка, теплый денечный, ну день, и до сих пор теплый. Погода, чувство, меняется. Дождик начинает моросить, завтра, наверное, будет похолодание у нас. И смотрите, Наташа привезла от Алисы какие чурочки. Дровишки-то Андрюха заготавливает. Ну давай, Наталья Васильевна. Не надо меня, пожалуйста. С завершением нашего дачного сезона. Скажем, куда мы потом поедем? Нет. Не скажем? Ну ладно. Ну так у нас грустно. Вон туча, вот и грустно. А так-то, когда солнышко было вообще... Малину еще не успели пригнуть. Ну это завтра с утреца решили. Пусть торчат салаты весной. Все, вот Наташа сделала у нас такие бутербродики. Шашлык будет попозже. А пока с окончанием сезона. Чин-чин. Да. Все, я вроде разгрузил. Вот такие огромные бахлашки получились. А Наташа у нас тут решила машину попылесосить. Сейчас пойду посмотрю, как разгорелось у меня в мангале. В то время уже темнеет. А жарить-то мне придется. Что-то набрали. Наташа взяла сосисок, а я взял мясо. И сосиски, и мясо. Так что придется здесь чувствовать сейчас... Наверное, электричество проводить. Да будет свет, сказал Максим. А Наташа в темноте сидит там что-то. Ты что там делаешь-то? Я релаксирую. Втихаря точишь, наверное. Сейчас покажу, какая банька у нас. Не, банька у нас очень шикарная, небольшая. Маленькая, очень уютная. Видишь, ну давай их вообще, само то. Все, загрузила я дрова. Сейчас только осталось поджечь. И можно будет париться. И веничек у нас, смотрите, дубовый. Дубовые венички продаются в Горном Алтае. Когда ехали на обратном пути с Наташей еще в июле месяце, то прикупили парочку. 250 рублей за штуку, правда, стоит. Что-что, я не слышу! Я говорю, на следующий год иди. Ага. Запечатлим. Во, как раз запечатлим, чтобы не забыть. Потому что если на камеру не скажешь... Да, иди, иди, чтобы ты не забыл, я тебя запечатлю. Ну, давай. Вот видишь, три куста жимолости древних, старых, они развалились. Вот этот на следующий год уберем. С левой стороны? И крайней, с правой. Потому что они не вкусные. Что, одна останется, все? А вот эта вкусная посередине. Она единственная вкусная, а вот эти два... Смотрите, зато какая у нас красивая розочка еще. Засохла вся, их сейчас обрезать будет. А здесь вот несколько штучек даже.
Ну, они не успели выцвести. Все, все туда. Короче, запоминай. Крайний левый, крайний правый. И я куплю два сорта. Я, у родителей... я может, и забуду, но камера у не забудет. У родителей я пробовала, у них очень вкусно ожимается. Надо спросить, какой сорт. Что, еще садить будем? Расскажешь, чтобы в следующем году не забыть. Пока все вырезаю, выкапываю. Ну, пока все. Все, наконец-то у нас закончился сезон, потому что каждые выходные на даче, ну, за исключением тех дней, когда нам удавалось ездить, ездили мы в Горный Алтай и в Казахстан. Да мы везде ездили. Ну и все, больше никуда не ездили. На море-то и не съездили. Последний раз халявно мою машинку. Давай помой машинку. Может, еще получится в этом году съездить на море, но об этом пока история умалчивает. Долго горят у меня дрова. Ну, кто знал, что Таша так поздно приедет. Так бы, конечно, если бы знал, я бы еще купил углей каких-нибудь березовых. Быстрее бы дело было. Но так, ну, куда деваться. Ладно, вся ночь впереди. Что-нибудь да пожарю. Стемнело время, 7 часов вечера. Все, скоро в Сибири будет зима. Надо ехать в теплые края. Время 7:30. Только поставил. Ну, вот. 2,5 шашлычка получилось и колбаски. Ну, жду теперь. Подождем, надеюсь, будет очень вкусно. Ну и все, пока у меня жарится шашлычок, я решил сейчас пока подтоплю баньку. Пускай она пока натопится, пока будем жарить мясо. Сейчас я ее подожгу. Да, красота какая. Разгорелась. Все. Мясо помаленьку доходит у нас. Вот видите? Нормально. У нас вот такая иллюминация здесь еще есть. Все. На улице сплошная темень. Время 9:30. Я в одной футболочке. Тепло, представляете? Когда такое в октябре было? Да, Наташ? Такое в октябре редко бывает. Когда такая теплынь стоит. Но, похоже, сегодня крайний день. С завтрашнего дня уже будет похолодание. Наташа, пока только маленькая шпажка сготовилась. Давай хоть ее попробую. Кстати, коньяк еще у меня с Казахстана сохранился до сих пор. Сейчас будем пробовать. Ну и здесь печечку разожгли, чтобы было Наташе тепло. С косточкой подсунули, сволочь, а? Ну как, на кефире? Это как Лера сказала. Это на кефире сделал. Поедете дачный сезон закрывать? Я говорю, шашлыки с пивом будете. Я говорю, ну не с пивом, с вином. А он тоже. О, мухи ползают. Ну давай, закрываем, так закрываем. Ладно, подождем сейчас. На скудный стол. У нас нормально. Сосиски еще изготовили. Зато помидорок сколько уродилось. Пробуй, кушай. Этот вообще изготовился мидл, просто мидл. Получилось. Кто сейчас, ну зато сочный, скажи. Сочный-присочный получился. Он медленно доходит, но зато чем он медленнее доходит, тем он сочнее получается. Вроде этот шашлык подошел у меня. Вот смотрите. Ой, красавец. Ветер, правда, поднялся вообще. Ну, уже стало прохладнее. Все, забираю сейчас этот шашлычок. Пускай у меня сосисочки еще доходят, потому что я их положил маленечко позже. Какой красавчик. О, как здесь тепло. Все, я пошел за сосисками. Сейчас сосиски притащу. Ну вот, все, шашлычок готов. Классный получился? Я уже попробовала, вкусно. Вкусно? Но, почему-то у нас мало помидоров. Вот помидоры, ешь. Давай. Бери. Ну-ка, я тоже попробую. Вкусно. Лучше, чем всякие на базарах, по-моему. Готов. 100 раз. Не досолил опять. Пересолил. Пересолил? Немножко. Мой кусок соленый. Мне кажется, не досолил. А, нет, почувствовал. Угу. Давай. Нужешь за шашлычок. Так, ну пробуй, Наташа, давай. Нет, я что-то отбилась. У меня еще тот кусок не перегорелся. Вилочка. Ты пробуй. Ой, чуть-чуть подгорело. А, ну это помидор подгорело. Сам попробуй. Сейчас буду пробовать. А еще сардельки? Да, не знаю. Из мясного мяса. Вкусно такое. Со скидкой в ленте. Реклама ленты. Да зачем? Алиска отказалась. Сказала, везите домой. Очень вкусно. Наташа накануне просто ездила в гости к Алисе.
Привезла нам дров. Молодец. Полный багажник. Полный багажник, да. Не, очень вкусный. Друзей мы никогда без, кстати, с пустыми руками не уходим. Алиса, все ты смотришь, спасибо тебе. То пол коры мешка, то пол мешка, вернее, коры, то куриного навоза, то дров, пол багажника или багажник. Да-да. Так, покушали вроде. Вкусно все. Надо сейчас, пока дождик не начался, еще дровишек собрать. Да потушить здесь все. Да уже попариться маленечко. Все, взял небольшую вот полежку. Сейчас подброшу. Тут, наверное, уже все остыло у меня. О, интересно, камера запотела, нет? Если запотела, значит... Опа, запотела. Сейчас посмотрим. Ну вот, все уже. Все уже прогорело. Ладно. Сейчас быстренько все нагреется. И будем уже париться. А еще веничек вот у меня. Запарить надо. О, вроде у нас жарюка. Все здесь прогрелось. Можно идти париться. Пипец, на улице витрина. В баньке, конечно, хорошо, классно. Ладно, сейчас маленечко попарюсь. Наташа сказала, не будет париться, не хочет париться. Я сейчас маленько попарюсь. Ну и все, пойдем в домик уже. Так что как-то так. О, такая у меня шапка. Фу, хороший пар, конечно. Ой, париться классно. Особенно, когда на улице такая темрява. И прохладно становится. Кафе. Ну, пивка я не взял. Сегодня без пивка паримся. Так что так, ладненько, сейчас допариваемся. Пойду отключу машину уже и, наверное, будем в баньке завтра наставать. Все-таки завтра рабочий день, завтра пора будет найти на работу. О, классно попарился вообще. Ништяк. Ну все, наверное, будем завязывать сегодня уже. Будем ложиться уже спать на боковую. Здесь у нас тепло. Печечка греется. Ну, у меня еще отключить надо аккумулятор, убрать, и все. Такое ощущение, как будто сегодня наступила зима. Вы посмотрите, как окна замерзли. Просто дубак. Я бегу в туалет. Туалет у нас, видите, уличный. А малину-то еще не пригнули. Вот еще надо пригнуть эту малину нам. И все, тогда с чистой совестью можно будет отправляться уже. Закрывать эту халабуду и отправляться домой. Ну вот и все. Вроде все сделали. Покидаем нашу дачу. Вот таким образом мы пригнули малину. Не знаю, напишите, кто так еще делает. Соседи наши вон тоже все побросали. Вроде все на зиму оставили. Все, едем домой. Я надеюсь, теперь встретимся уже в теплых краях. Встретимся на море.